Доброй ночи еще раз всем, дорогие друзья, у микрофона друг. И это студия Игрокам ТВ при поддержке Team Empire. Матч команды LGD Gaming против Vici Gaming. LGD первую игру проиграли. Vici оказались сильнее, и теперь мне кажется, что по данной игре Vici должны додавить, потому что они как-то увереннее смотрятся просто. Разор от команды Vici Gaming. LGD забирает себе Рубика, Шейкера и Шадоуфинда. Лина, Винтер Виверн, Разор от команды Vici Gaming. Ну и по пику ВГ как-то поувереннее смотрится. Вы представляете, что делать с Разором и Виверной? Это же классика-классик, Винтерн Виверн. Просто бросает Cold Embrace на Разора, а он с Eye of the Storm под Аганимом заходит и спокойненько сносит тавер на хайграунде игроков вообще команды соперника. Но это простая схема, она работала. Виверна только появлялась, эта схема работала. И она до сих пор не потеряла своей продуктивности. Задумались LGD? А, чё думать вообще? Вот. Забанили Герокоптера, забанили Антимага, забанили Джаггера и Фантом Лансера. Кого еще брать, если не Луну? Shadowfiend, Луна, достаточно хорошая дамажащая комба к середине игры, где-то к мидгейму. Вполне уверенно можно сносить лица. Но тут еще раз говорю, Разор Виверна плюс Лина, который выключает смело. Ну и FY должен напикать еще саппорт, в принципе, remain. Должен хороший быть здесь, который либо хилил remain. Бы сам, ну либо помогал бы весь этот рассказ переживать. Я думаю, Дазл следующим будет Reserve в пике команды time. ВГ. А там уже с оффлейнером разберутся. Туск, посмотрите, у нас ни в бане, ни в пике. Ну, наверное, LGD Gaming заберут его себе, если вдруг сейчас ВГ себе его не заберут. Тут Туск не столько важен команде ВГ на самом деле. Для LGD на сложную мог бы зайти. Ну, я больше за Дазла на самом деле в пике ВГ. Сейчас... И на мидлейне хорошо зайдет. Или Дазл, или Вич Доктор. Кто-то из них. Скорее Дазл. Нет, Undying ВГ себе берут. У них будет глобал комбинация. И Undying может, кстати, на сложную пойти от Айса. Ну, а дальше Дазл попозже войдет. Тоже будет распрекрасно. Глянем, кого забанят LGD, что они себе думают. Undying саппорт или Undying в роли оффлейнера. Reserve time. Vici Gaming's turn to ban. Квапу забанили. Что за люди? Ну, Туск, наверное, следующий бан от Vici Gaming. Почему бы и нет? Просто потому, что почему бы и нет. А, нет, Дарксира забанили. Видимо, себе хотят взять Туска. Ну, или LGD Gaming. Да кто-то заберет. Без Туска здесь игра как-то тускловата. Под рассказ Шейкера никого нет на самом деле. Туск все-таки от LGD Gaming. Удивительно, но факт. Ну и ВГ. Последний герой для них. В
вполне может быть, что это будет Дазл. Undying Gun отправит на сложную, а SSI стоит на нем очень даже уверенно. Ну и Дазл, например, к Undying туда и отправится. А Разорс Винтер Виверн будет стоять легкую и Лина на мидлейн. Мне видится эта история так, и что-то как-то в конце проперло на угадывание героев, может и сейчас станет более-менее понятно вообще, как у меня с ванкованием. Дазл, 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 дазл. Снайпер! Вообще не туда. Просто 0 угадываний из 10, 0 из 100. Снайпер последним пиком для команды Vici Gaming. Приехали. Разор на сложную, значит, с Андайнгом или Виверной. Нет, Хау забирает Разор, супер на снайпере будет, а сложная линия... Это Андайнг, видимо. А Лина будет саппорт. Это уже как-то так перемешалось в голове все. Лина... Да, SSI все-таки будет Андайнгом. Тут уже промазать не так просто было. Лина будет саппортить Свинтер Виверн. Ну и хороший потенциал на лейт. Ну и супер на мидлейне. От снайпер против мэйби. Блин, у SF проблемы. Огромные причем. Яо будет играть на туске от команды LGD Gaming. Сайлер забирает себе Лину. Мэйби будет играть на SF. Xiaowei на шейкере. И Рубик. Это... Ух. Как бы вспомнить, кто там на Рубике будет. На Рубике будет MMY. Второй раз уже. И не стыдно мне. Да, Рубик будет играть... на Рубике будет играть MMY. Так, какая-то модная штукенция. И я не верю. Нет Immortal щита у Сайлера. А как ты собрался играть? Странно. Ну и здесь по команде... По команде Vici Gaming. Fy будет играть на Лине. Супер забирает себе снайпера. Undying. Это Ice Ice Ice. Хау будет фармить на Разоре. И Winter Wyvern от Фенрира. Ставлю, конечно, на команду LGD Gaming. Мне кажется, снайпер просто уничтожит на мидлейне Maybe. Супер хорош сам по себе, как мидлейнер здесь, конечно. Тоже топовый мидлейнер у команды LGD. Но снайпер против SF. Тейка им промакшенный на, там, на пятом левеле. И SF просто к крипам не подходит. Фенрир уже на вражеском хайграунде. Ксяо, кстати, может его и закрыть. Ну, Ксяо поэкономить решил ману. Undying забирает себе руну богатства. Вот такие дела. Супер оно ни к чему. Забирай, говорит. Она твоя. Сайс пошел уже уводить крипов. Да чего же хитрый парень. Куда ты их денешь теперь, Айс? Ну, вот здесь вот есть куда их увести. Хотя нет, Айс их просто по тавру водит. Ну и пусть мучается здесь Луна. Хотя Сайлер так не особо мучается. Я все-таки особо. Ну и Луна просто недофармливает в данном вопросе. Все, пожалуйста, одного всего убили. В это время Хау закрывают на нижнем лайне. Хау в таверну. Vici Gaming First Blood отдают. В чем это делает Яо? Чего ты ожидал? Скажи, пожалуйста, Яо, заходя под Т1 на первой минуте. Какие шансы были вообще? Второй левел уже у Undying. Дикей есть. Пока что ничего, наверное, даже гадать не буду. С абсолютно 50% вероятностью может здесь как Soul Rip, так и Tombstone появиться. Вот Ice Ice Ice. Комбаут Айса. Ну и наваливает. Все, тамбу поставили. Будут бить Сайлера. Чем сейвить, непонятно. Поднимают у нас Айса. Ну никуда отсюда никто не уходит. Артик Бёрн. Ну и Сайлер, по идее, здесь сливается. Дикей от Айса. Минус Луна.
Сайлор отправляется в таверну, ну и Рубик ушел. Там понятно, что без вариантов. Очень крутой мув у Тайса. Ну, на то он и король вообще у Флейна. Ф-вайпа, яо. Бить. Еще раз бить, но баунти руна дороговато, когда яо вышла. Половину хп слил. И в это время фармит Хао внизу. 8 на 2 у него. Центральная линия супер на снайпере. 9 на 3 у Maybe, 11 на 2. Maybe прилично так. Через Shadow Race выфармливает. Все в порядке. У Айса есть тамбай. Опять будет файт. Артик Берн, правда, уже бесполезный абсолютно. Тамбу разбивают. И Xiao Wei очень вовремя подошел. Один, два. Впереди команда LGD по фрагам, а по фарму VG впереди 500 и по экспириенсу тоже 500. В пользу Vici Gaming. Продолжение. Arctic Burn от Фенрира. Ловят Xiao Wei. Take Xiao Wei под шрапнелью. Здесь и остается. Килл от снайпера. Можно и на Maybe развернуться. 2-2 счет. Ну и супер настреливает по крипам. Тут, кстати, для супера, ну, комфортная ситуация. Ему не надо напрягаться, особенно фарм. Сам будет течь снайперу. Да и он не очень зависим от тех же артефактов. Поэтому развалить луну, например, сможет. Я думаю, где-нибудь замесив каком-то, без проблем. Тем более, нормальные спеллы бьют. Maybe не получается даже дэмэдж нанести. Только проходит какой-то хэдшот от снайпера, и все. И полетели. Так, Maybe цепляет здесь FY, а Фенрир. Ну 2-2, 4,5 минуты сыграно. VG ведут по золоту 1000, по экспириенсу тоже 1000 в пользу Vici Gaming. LGD выглядит растеряно. Ну и по фарму. 24 Сайлор вышел в нормальный топ. Хао на разоре 26 на 8. SF 24 на 6. У Супера 19 на 7. И Maybe ушел в лес. Поставили копию в интервьюер, чтобы, если что, заблочить спот или просто прочекать, где кто находится. Ну и Хао. Нижний лайн тут, смотрю, его оставили вообще в покое. Замес будет, скорее всего, на мидлейне. Айс. По Maybe. Тамбу не ставит. Ну и повезло снайперу. Не закрыли его. Могли, кстати, развалить. Я думаю, вливались бы игроки команды LGD на хайграунд. Тут уже не проблема. Времени немножко прошло. Есть вариант, в принципе, и повоевать. Ну и айс. Аркан Бутсы есть у Андаинга. Манга, кстати, айс не тратит. Потихоньку, понемножку. Виндер Ливер, что там? Как дела? Арктик Бёрн.
Splinter Blast. Ну, пока без Cold Embrace идет у нас Фенрир. Сейвить не обязательно. Arctic Burn есть, поэтому можно и пофатиться. Все, Айс пошел под Тауэр. Сайлор еле-еле отсюда уходит. Но Май пытаются его подстопить. ММА отсюда ушел. Тамба продолжает стоять, поэтому можно и Тауэр тут немножко подпушить, подбить. Ну и по голде ВГ немножко начинает проседать. По экспириенсу 1000 для них и 1000 по экспе. Хао, фейсбукцы. И, в принципе, уже есть деньги на Аквилу, да. Летит Аквила к Хао. Ну, еще и Маджикон себе несет. Так, ну, по идее, Тауэр забирают. Лина забирает Тауэр. Ой, Хао тут достанется. Хотя задувка какая крутая вот в итоге от Лины. Фай забрал, по-моему, один килл. Нет, это Хао забрал, но и Фай тут доигрался, за ним гонится. Такая громаднейшая толпа, сразу сейв ТП. Фай продолжает дамажить по Яо. Снайпер разваливает Яо. Ну, был бы кто поближе, тут, конечно. Ну и пораньше надо было сейв ТП. Намного раньше. Прилетел бы туда Айс-Айс-Айс и вместе с Фенриром. И просто уничтожили бы оппонента. Ну, это поздновато. Наверное, задумались над этим вопросом. Ну и 770 голды LGD получили и 400 голды получили Vici Gaming. Cold wings carry me. Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Ну и на Т2 команда LGD тусуется. Первый тавр, скорее всего, спушат ВГ. Хотя есть вариант подраться, я так понимаю. Под смоком. LGD Gaming будут сейчас супер-пупер-файт организовывать. Скорее всего, у Maybe уже 8-й левел. Кстати, Maybe без Requiem of Soul. Драться будут без него. Хао видят, поднимает Хао. Хао возвращает назад, фиссуру поставили очень даже удачную. Хао отхиливается благодаря андайингу. Айс-Айс-Айс просто спасает задницу Хао. Вот здесь нужен был дазл. Здесь он нужен был, но пока его нет. Айс-Айс-Айс без тамба далековато, на самом деле. Продолжают размес. Ну и наваливает снайпер. По всем сигил себе забрал супер. Ну и 5-5 становится счет. 250 голды за Рубика поимели. Ну и за Разора побольше. Ой, супер залез. Это снайпер нырнул. LGD Gaming. 2 в 1, по сути, файт. И, наверное, отыграли. За снайпера, я думаю, где-то 800 заработали. 600 за снайпера. FY, саппорт Лина, уже почти 7-й левел. Лагуна Блейд есть. Dragon Slave сейчас будет промакшен. Ну и масс-файт от команды ВГ. Достаточно опасная штука, если они нападают. Если LGD нападает, то они выиграют. Это было видно уже. У Хао 480 на руках. Есть брасер. Сейчас будет Rope of the Magi появляться. Потом будет рецепт на барабаны. Это классика. Вообще, давайте вещи смотреть. 10 минут прошло. FY. Аркан Буцы 400 голды. Снайпер. Мордип Мас. ПТ Аквила. Разор. Фейс Буцы мы видели. Все остальное тоже понятно. Undying уже с хедреской уже... Нет, без Баклера еще, но немножко остается Андаингу до Баклера. Ну и здесь Винтер Виверн от Фенрира есть. Boots of Speed, Soul Ring и копейки на счету. Шейкер. Плохо. Ксяуэйт потратился, видимо, на варды в данном матче. Shadow Fiend. Так, у нас замес или что? Нет, Shadow Fiend от Maybe. Power Threads, Аквила, 1000 голды на руках. На супера будет выход. Наверное, уже помогают. Уже помогают. Maybe. Хотел забрать тавер, не получилось. И супер отсюда надо уходить. Так куда он тут? Куда ты тут уйдешь? Супер развалили. Туск забирает этот фраг. Счет становится 7-5. Ну и Vici Gaming тут шаг за шагом отдают свое преимущество. Сливают важных героев. В частности, мидлейнера. Далее так, замес пошел в лесу команды ВГ.
Айс-айс-айс, поставил тамбу, все разбежались. Все, все разошлись, тамба в никуда. Обыкновенный золотой томбстон за 1000 миллионов долларов. Стоит себе одиноченный. Radiant's middle tower is under attack. Что-то с животом у Андаинга. Radiant's top tower is under attack. Ну, ВГ сливают преимущество по XP в ноль и по голде до 300. В принципе, у нас игра началась заново по вопросам фарма. Супер меня интересует, будет ли мом у мидлейнера команды Vici Gaming. Шрапнель забирает Рубик. Три зарядика есть. Хорошо. Можно файтиться. Ульта пошла у нас Undying. Томпсон поставили. Сайвер цепляет ульта Виверны. Fire разбирается. Что, под тамбу? Серьезно будете драться? Будут драться под тамбой. Ой, как неудачно ВГ здесь, конечно, сконцентрировались. Тамбу выхиливают еще. Тамба погибает. Айс-айс-айс лохпшная. Фай лохпшная. Фенрир кого-то должен сейвить. Скорее всего, Айса. Cold Embrace на него бесполезен абсолютно. И Фенрир лохп. Хао вместе с Супером. Слоуграунда на стреле. Мэйби старается бить здесь. Пока что минус 2. Уже забрали Рубика, забрали Луну. И ВГ все равно лучше дерутся. Лучше. Ну и мека прилетает SF. Теперь варианты пофайтиться поинтереснее немножко для LGD. Правда, мека еще не долетает. Файт может и без этого. FY умирает от Туска. Killing Spree от Яо. Хороший последний пик. Удачно. Туск он как Винга, только пополезнее. Еще один файт. За Мэби побежали. Тамбу поставил у нас. Айс-айс-айс. Мэйби улетает. ХПшный Мэйби, но все-таки улетел. Ну и по голде уже LGD впереди. По экспириенсу тоже они. Мэйби после Меки 500 голды. ММУАЙ с транквилами. Есть Урнов Шадоус. Яо приобретает себе Аркан Бутсы. Боттл Брасер. У Сайлора печальная история, по-моему. Хотя нет, топ-3 по фарму. Проигрывает Разору на чуть-чуть совсем. Да и на второе место выходит Сайлор. Это просто в целом все так фармят. Сумаил к 15 минуте там 15к уже имел. Сколько здесь скрипстат? 93 крипстату Мэйби. На 15 минуте маловато на самом деле. Для SF очень мало. По смокам команда LGD заходит в спину коллектива Vici Gaming. Пошел сноубол. Мэйби ловят. Где-то он в стол, не вижу. Тамба стоит. Айс-айс-айс начинает фатиться. Айс-айс-айс. Лоу хп. Ульта от Мэйби. Айс не улетает. 4 в 0. Вот это да. Еще и тамба, конечно, от Рубика зашла просто великолепно. Рубика попроще, конечно, тамба. Но подейственнее, судя по результату. 1700 голды LGD заработали, 2900 по экспириенсу. Хорошо подрались LGD. Прям вообще хорошо. Radiant's middle tower is under attack.
хау поднимают, но ВГ тут просто посыпались, я понимаю. Надоело им играть в доту, надоело выигрывать. LGD, по-моему, эту катку должны перевернуть и додавить до предела. Там ВГ уже пусть в третьей игре доказывает, что они там прям-таки готовы. Ксяо тоже готов. Видно, что Ксяо готов к финалу. У них хороший пик у ВГ, прям потрясающий хороший пик. Но что-то по дэмэджу, по всему-всему-всему против Луны плоховато смотрится. Против СФа. Хотя в лейте, мне кажется, больше шансов у снайпера зарешать. Мум есть уже у супера. Бэтфэлвен скин есть. В принципе, Яша тут начинает собираться. Конетворсу первое место. Maybe на СФе второе место. Сайлор. На Луне третий уже супер. Дальше Яу идет на туске. Очень крутой. Хао на там, 4-5 делит. И Айс замыкает шестерку лучших фармеров. Хотя ММАй тут просто вообще в спину дышит. Какую там спину? Он наступает на спину, не дышит. Все, обгоняет он Айс. ММАй в порядке. В большом причем. Какого-то радикального такого преимущества нет конкретно по игрокам. Ну, разве что СФ вырвался хорошенько. Ну, в файтах все как-то хлипко смотрится с одной и с другой стороны. Хао еще раз решил отдаться. По-моему, отдается стики. Юзает Хао. Нет, здесь FY решил подсейвить. И Хао получает. 2 ТП сюда. FY умирает. Тамбу поставил Рубик. Ну, подарить Тамбу Рубику — это лучший подарок вообще для команды LGD. Тамба 4-го левела, за который, собственно, и брался Undying. Я уже Glimmer Cape. Он уже ходит тут. В принципе, морально уничтожает команду ВГ. Так, снайпер. Мом есть. Есть Аквила. По идее, деньги должны быть уже... Да, деньги уже есть на Яшу. Еул есть для Эфая. Ну как Еул? Рецепт есть. $7500 золота LGD, experience $7500 тоже для LGD, 20 минут сыграно. Хао опять, да как ты это делаешь, Хао? Как это у него так получается? Он постоянно в какой-то заднице. Он постоянно натыкается на команду LGD. Я представляю, какая там досада у чувака. 1-6-3 уже идет. Куда ни пойди, везде натыкаешься на пятерых игроков LGD. Это же ужас. Это же прям даже несерьезно. Dire's middle tower is under it. Radiant's top tower has fallen. Radiant's top tower is under attack. Так, ну и погоня пошла за Фенриром. Сяои. Бьет Фенрира, Фенрир улетает. Куда ты? На базу покатился, что ли? Да, я полетел на базу сюда вот. До Фенрира. Не долетел немножко. 8000 по голде LGD, по экспириенсу 7500. Еще один килл и продолжение издевательств над командой Vici Gaming. Ну, это, наверное, вопрос времени, когда LGD закончит. 10 уже по золоту для них. И экспириенс 8 тоже для LGD Gaming. Что 42 голды. То супер, то хао, то супер. По одному просто сливаются, отдаются сопернику, дарят деньги, которых как будто не хватает команде LGD Gaming. И за это, конечно, Vici Gaming поплатятся, это факт. Radiant's middle tower is under attack. Thanks.
Yes. Ну и 10К продолжает LGD давить по золоту, по экспириенсу та же история. Ну и какие эскейпы есть для ВГ, в принципе, что здесь необходимо? Здесь снайпер должен стоять в стороне и настреливать, и тамба должна нормальная зайти. Но ее не так-то просто поставить, чтобы ее, например, в ответ не поставил LGD Gaming. Рубик этому Майя тут отжигает, конечно. Флай пока не блещет на самом деле на линии. 0-4-3. Как не блещет, вообще дно. Undying 1-2, Хао 1-6 и Супер 4-4. Отсюда и берется эти 7-18. Ну, при заходе на ХГ LGD могут испытать трудности, но тоже не факт, что будет такое. Maybe психанул немного. Проверил, где кто есть. Тут никого не было, улетел оттуда. Моему снайпер, если не ошибаюсь. Dire's top tower is under attack. Так, Туск в это время забирает еще и F-Y-а. Ну, блин, просто развал какой-то по всей карте. LGD Gaming издеваются над Вичи. По золоту 10 с копейками, по экспириенсу 10 LGD. Варианты для камбэка, конечно, есть. Хао это мощно, Разор это вообще прям эпичный чувак, но... Это же надо все выфармить. Супер. 12 левела по нетворсу. Супер. На 4 месте аж. Очень сильно отстает от Maybe. В лейте, конечно, снайпер разносит. SF это факт. Но по фарму хотя бы более-менее надо какой-то баланс соблюдать. Так, пока что, конечно, время SF, а не время снайпера. Даггер покупает себе Яо. Хау на разоре, Митрилхаммер уже есть. 1000 голды остается до Блэкинба. Снайпера Мому, снайпера Яша приобретает себе Огр Клаб. Саша Яша скоро андайн. Аркан Бутси Мекка. Разора мы видели, Винтерн Виверн покупает себе Гем. Фенрир понял, что Хау не просто так ловят. И надо что-то делать, вот и все. Вот и лес команды ВГ без вардов от LGD. По поводу команды LGD. Шейкер от Xiaowei-то уже с даггером. Не такой уж и ранний, но нормальный. Туск, даггер, Glimmer Cape. MMI, Force Staff. Tranquil, Бутсы, Urn of Shadows. Луна. Мордип маски есть. БКБ, Ring of Aquila. Drum of Endurance, ПТ. Ну, нормально. Сайлер идет на втором месте по нетворсу. Неудивительно. Ну и SF, посмотрите, тут блещет артефактами. Maybe у нас Engine Yashi есть, есть Dagger, Мека и прочее. Врываются на Ice, Тамбу на low ground. Xiao задувают, Xiao должны спилить. Еще один Tombstone. И все, и файт захлебнулся. Уходит Шейкер, не умирает в итоге. Убивают двоих игроков команды LGD Gaming. Все, тамбу спилили, тамбу свою поставили. Драться невозможно. Рубик просто переворачивает эти игры. Ох, Рубик. Какие крутые томпстоны. Причем он ничего не спелстилит. Ждет момента, когда будет только поставлена тамба. Тамба поставлена, Рубик идет и забирает. Ну и стилить нет смысла. Ничего не ММА. Тамба очень полезный артефакт. И айс еще на хайграунде. Я думаю, что это ГГВП на самом деле. Надо просто... Хао, таверну, все. ГГВП. Игра будет вообще исход матча будет решаться в третьей катке данного Best of 3. 26 минут нам надо с команде LGD Gaming, чтобы наказать своих соперников. Team Vici Gaming вторую игру проигрывает. Ну что, приятного просмотра. Впереди решающий матч. Кто же все-таки выйдет в финал лузеров? Кто в этом малом финале лузеров одержит верх, узнаем в третьей игре. Пока счет 1-1. До связи. Думаю, минут 6-7 и возвращаемся.